Всем привет! Привет! Вы на канале Ушастый Kids, и сегодня мы с папой играем в очень классную игру про спиннеры. Ребята, сегодня мы с папой будем себе делать самый классный спиннер. Пап, смотрим, у кого получится больше, у папы или у меня. Выбирай первый, папа. Хорошо. Ребята, мы устроим маленькое соревнование на самый-самый огромный спиннер. И кто его сильнее всего раскрутит? Мама против папы. Да. Давай, так, выбирай. Ну что, я себе выбираю уже. Так, для начала, что тут? Давай цвет. Я себе возьму синий спиннер, а второй цвет у меня будет вот так вот, как-то не очень, беленький. Угу. А тут даже серединка у нас меняется. Да, тут много чего. Вот такой, если вот такой. Светится интересно. Так, а рисунок у меня будет вот такой меч. Ребята, если вам понравилось, ставьте лайк. Так. Да? Поехали, я начинаю. Осторожней, папа, здесь тебя сразу могут уже убить. Я помню. Ребята, как уже начинаю удирать. Ух ты. А что со мной случилось? Ну попробуй еще разок, давай. Что-то, ребята, было не так. Может быть, просто залагала система. Попробуем еще раз. Ой-ой-ой, тебе повезло. Ты посмотри, какие огромные спиннеры рядышком, да, с тобой. Лучше удирай отсюда, папа. Естественно, уже убегаю. Ай-яй-яй. А его разбил другой большой. Ничего себе, посмотри, сколько там опыта. Ребята, видите эти циферки под спиннером? Это количество опыта. Чем больше цифра, тем быстрее крутится наш спиннер, и тем красивее и больше становится он сам. Так, по-моему, тут за мной пытаются погнаться. Да, папа, вижу. Кстати, ребята, а у вас есть спиннер? Если да... Ай, меня уже разбили. Если у вас есть спиннер, напишите в комментариях циферку 3. Ну, а теперь моя очередь. Давай. Папа. Ребята, надеюсь, вы будете за меня болеть. Если хотите меня поддержать, напишите, пожалуйста, в комментариях слово «мама». А я выбираю спиннер для мамы. Выбираю. Так, это цвета. Я уверен, что ой, ребята, смотри, какой будет интересный. Такой красивый, как у меня. Может быть. Так, подожди, смотри. Вот эта серединка у нас меняется. Да. А как нам поменять там цвет? А вот здесь. А, хорошо, понятно. Давай вначале тогда выберем цвет внутри. Может быть, вот салатовый. А теперь цвет, который будет по бокам. Вот такой яркий, мне очень нравится. Теперь выберем цвет, который у нас будет в серединке. Флаги я не люблю, ребята. Вот знаете, что мне здесь нравится? Бриллиантик мне нравится. Интересный такой. Чтобы еще посоветуешь мне, папа. А тут что-нибудь более такое. Вот смотри, шлем был прикольный. Ой, булочка. Это булочка, правда? Ну, вроде бы да. Нет, булочку не очень хочется нам в серединку. Вон был или шлем викинга. Или попробовать булочку. Посмотрите у нас. Это тако. Тако. Да. Будет, ну, запускай. Тако. Спиннер, будет спиннер тако. Кстати, ребята, а мой спиннер вам понравился? Если да, поставьте, пожалуйста, лайк. Так, у меня... Ой, ты видишь, тебя я... Тебя сразу разбили. Да, я попробую еще разок, хорошо? Здесь хорошо, очень конечно. Сложно начинать. Спиннер – это вообще очень сложная игра. Так, пап, ты мне подсказывай, если что. Давай, хорошо. Смотри, уже дерутся. Хотя это не в моих интересах. Кстати, подсказывать противнику. Ну да. Но? Знаешь, что мне нравится в этой игре? Если ты играешь похожую игру про червячков, кстати, которая тоже у нас есть на канале, там тебя убивают сразу, а здесь ты можешь сражаться и теряешь только немножко опыта. Вот, смотрите, вот так врезались. Если у нас почти на равных спиннеры, то мы друг друга не сможем убить. Конечно, сможет убить нас тот, у кого очень много очков. Например, очень большой спиннер. Ой, смотри, так, нужно помедленнее, иначе, когда мы раскручиваемся, мы, по-моему, тоже теряем... Да? Наши баллы. И сильно причем ух ты. Он за мной, он меня убил. Да, догнал. Он меня все-таки догнал. Так, ну что, теперь моя очередь. Сложная игра, но очень классная, ребята. Я вам всем рекомендую в нее поиграть. Итак, для начала я себе вот такого возьму дядю. С таким троллем. С большим подбородком. Так. И возьмем себе цвет. Какой? Вот такой. Синий? Вот такой зеленый. Да, вот. Тоже яркий у тебя будет. Да. Ты тоже любишь яркие цвета, да? Да. Ну, так. Поехали тогда. Ну что, мама, пока... Ой, ну так нечестно совсем было, ребята, я переиграю. Да, я же говорю, даже вот сразу на тебя могут напасть, потому что очень-очень много конкурентов здесь. Эта игра тоже сетевая, ребята. Так что обязательно ставьте и играйте вместе с нами. Называется Супер Спин.
Так, мам, а тут пока я ползаю, где-то никому не надо привет передавать. Конечно, папа, спасибо, что напомнил. Я с большим удовольствием передам приветики для наших любимых подписчиков. И первый привет я сегодня отправляю для Вероники Тарасовой. Большой-большой тебе приветик, Вероника. Спасибо огромное, что выбрала наш канал. Также я передам приветик для Маргуши Сосновской. Особый-особый большой привет. Ханумка, Рамазанова, Снежана Приходько, Бана Байбалова, Майя Красная, огромный-огромный привет. Кстати, Майя Красная просила, чтобы передал приветик именно ты, папа. Хорошо, Майя Волбан, тебе огромный-огромный привет от мамы и от папы в итоге. Два привета за один раз. Настюша Герасименко, Диана Дацкова, Соня Ермохина получает огромный приветик. Мария Конова, Даша Кожемяка, также у нас огромный приветик. Для сестричек это папа Карина и Белла Крутые. Большой-большой приветик, девчонки. Видишь, нас уже смотрят всей семьей. Ирина Елецкая и Лера Филиппова тоже получают по приветику. Настя Барковская, Саша Волкова. И привет для Вероники, друзья. Так, мам, ну я уже четвертый раз запустил. Меня папа, слишком много раз разбивали. Да, вот я вот хочу посмотреть, нас сегодня очень часто разбивают. Мы набираем свой мало очков. Помнишь, в прошлой серии я набрала себе больше 300 очков? Да, у меня да, был да, большой да. классный спиннер, друзья. Если хотите, можете посмотреть прошлую Смотри, серию. Смотри, он гонится за мной. Вот негодяй, а. Ты же ему не очень интересен. Да вот я сам не пойму, почему они так гоняют. Тебе совсем мало опыта. Ему интереснее кто-нибудь хотя бы там... Люди, 11 тысяч очков. Ух ты, ничего себе, огромный спиннер какой. Просто уничтожить тебя, чтобы ты не стал большим и не стал ему конкурентом. Возможно. Нет, ну ты посмотри. Он все равно, ребята, он гонится и гонится. Я ему вот зачем так нужен? Маленький такой. С меня толку для него вообще никакого. Но почему-то он очень хотел меня съесть. Ну, папа, ты же его конкурент. Да пока еще, какой я ему конкурент? Мне еще надо расти, расти и расти для того, чтобы хоть как-то поднабрать. Вон, смотри, ребята, опять летит большой. Осторожней, папа. Если вы сегодня болеете за нашего папу, напишите в комментариях. Да. Папа. Ого, какой огромный спиннер. Ты представляешь, да? Кто-то сделал ну себе ладно. Такой классный спиннер. Давай теперь ты, твоя очередь. Хорошо, выбираем цвет. Так. Ну, можно такой попробовать. А что в серединку? Вот такой будет у меня розовый цвет полностью. Не нравится совсем. Совсем не нравится. Ну, я надеюсь, ребятам понравится. И еще бриллиантик. Ребята, а вам понравился мой спиннер? Если да, напишите цифру 5. Я думаю, ребятам понравился мой спиннер. Поехали. Собираем кристаллики. Так, мам, а может теперь я передам приветик? Конечно, папа. Я оставила для тебя еще парочку приветов. Ну, ребята, готовьтесь. Итак, сегодня приветы от меня получат Даша Купак, Даша Дьяченко, Ирина Воробьева, Полина Латыпова, Ксюша Шолмина, Таисия Лагуткина, Василь Стецик, Валерия Афанасьева, Стеша Кобышева, Саша Холодова и Полина Христенко. Ребята, всем вам большой-большой привет от канала Ушастик Kids и лично от меня. Ну что там, мам, как у тебя дела? Я тут собираю 59. Кристаллики, папа, пока ты передавал приветы для вот ребят. Вот так, ребята, я там, значит, старался, а мама просто спокойненько, тихо объезжает всех и собирает кристаллики. Ой-ой, ой, ты видел, я попала между двумя спиннерами, меня просто откинуло под большой спиннер, как обидно, папа. Ну, пробуй ты. Так, ну что, попытка, не знаю, какая, номер 16 сейчас будет. Кстати, ребята, а вы уже подписались на наш канал Ушастик Kids? Обязательно подписывайтесь. Мы с папой всегда рады новым друзьям. Конечно, конечно. И очень довольны, когда вы ставите... Папа, он хотел тебя, ты видел? Да, он меня откинул просто. Когда вы ставите лайки. Если вам нравится наше видео, обязательно не забывайте их поставить. Кстати, это ж прикольно. Ты так кого-нибудь нашел, убил и сразу много-много кристалликов подъел. Ну, я еще разочек попробую. Может, сейчас получится. Давай, давай. Так. Кстати, ребята, а вам нравится, когда мы с папой играем в игру Wormax? Тоже очень классная игра, и я вам рекомендую. Так, ай-яй-яй-яй-яй, меня зажимают. Если вы хотите увидеть видео про Wormax, напишите в комментариях Wormax, и тогда выйдет новая серия. А вообще, ребята, напишите ваши самые любимые игры, которые вам больше всего нравятся. Вот какая нравится тебе, папа?
Ты знаешь, вот, наверное, Вормакс как раз мне и нравится. Я тоже люблю Вормакс. Да. Еще мне понравился черничный, чернильный Бенди. Да, у мамы есть проблемы с чернильным и черничным. Чернильный, да? Страшная игра. Кстати, про Мишек мне тоже нравится, Мишки Фредди мне нравится, страшная игра, прикольная. Надо будет поиграть на днях. Вот эти спиннеры мне тоже нравятся. Ты посмотри, он меня как откинул, а. Вау. И еще раз, ребята, меня уже не знаю, меня пинают из угла в угол. Я вообще не успеваю убраться. Ты давай аккуратненько собирайся. Опять он за мной гонится. Кстати, а какая игра тебе еще нравится, папа? Так, сейчас, подожди секундочку. Вот это здесь опасность. Я убегаю. Мне еще нравится играть в Тома Бег за золото. О, да, кстати, я люблю с тобой соревноваться, так прикольно. Ребята, а вы соревнуетесь со своими друзьями? Мы с папой вам рекомендуем, очень весело. Мама, я думаю, нам с тобой надо когда-нибудь посоревноваться, поездить на машинках на каких-нибудь, какой-нибудь игре. А ребята нам, да, подскажут, какую игру выбрать. Да, ребята, напишите нам. Папа, соревнования в какой игре вы хотите увидеть? Так, отлично, мама, пока у меня все хорошо. Попинали меня. Кстати, папа, ты говорил, что мой спиннер тебе не нравится, но вот уже второй раз ты им играешь. Ребята, я забыл поменять и играю розовым спиннером. Какой ужас. Да ладно, ужас, посмотри, какой классный у меня спиннер, да еще с бриллиантиком, очень миленький. Никогда в жизни себе не взял бы такой спиннер. Кстати, ребята, напишите, какие у вас спиннеры. Наверняка у многих, очень многих сейчас есть. Да, очень популярная игрушка, папа, антистресс. Вот, и мы могли бы выяснить, какой же все-таки спиннер самый популярный, и пытаться его воссоздать в этой игре. Да, кстати, можно повторить. Кто-то, может быть, любит тоже синенькие, как и я, а кто-то любит, может быть, зеленые, желтые. Папа, ты выбрал удачную тактику. Наш папа ходит по краю карты, здесь нету почти конкурентов, и набирается опыта. Он станет большим и станет всех крушить на своем пути. Да, я догадываюсь, есть, да, такой правильно? Момент. Ой, смотри, мой, давай маленького этого. Давай. Немножко его вот так. И весь опыт заберем. Смотри, как он развлекается. Ой, опять огромный. А, давай на всей скорости, папа. Мне кажется, он тебя не оставит в покое. Ты уже для него приятная добыча. Не, я все равно для него еще, что бложка маленькая. Ну вот что, ему тяжело, он пока тебя догоняет. Он-то опыт тоже сильно теряет. Да. О, нет. Чей-то флаг, знаешь, папа? Какой? Где? Я не увидел. Вот желтый, не видел. Ребята, нет, а вы знаете, чей это флаг? Кто разбирается во флаг? Ой, я разбил тут один спиннер и удрал от того огромного. Кстати, пока ты удирал, потерял очень много опыта. Ну а что делать? Нужно убегать. Да, лучше иначе... хоть как-то выжить. Смотри, ты уже стал быстрее крутиться, прикольнее. О! Нет. Ну что, моя очередь. Испанский спиннер меня разбил. По-моему, я не ошибся, это флаг был из Испании. Так, не знаю, я не заметила, а я выберу себе какой-нибудь другой цвет. Вот оранжевый, папа, я еще ни разу не пробовала играть оранжевым. О, вот. Пожалуй, я оставлю бриллиантик внутри. Это будет мой фирменный знак. И поехали. Ой-ой-ой. Да? Ты знаешь, что? Много тут становится игроков. Да, очень опасно. Но игра очень популярная. Спиннеры классная штука. А ты слышишь, как классно быть большим спиннером? Сейчас тебя маленький этот разобьет, да. Пап, я попробую еще раз, кстати, тоже с бриллиантиком. Хорошо, пробуй. Он, наверное, увидел, что у меня тоже бриллиантик, и решил, что он должен быть таким только один. Тебя уже разбили. В неудачном месте мы появились. Такое бывает, видишь? И еще раз. Кстати, ты заметил, когда едешь, могут тоже маленькие спиннеры появляются. Они могут столкнуться, могут друг на друге появиться у нас. Да. Так, там кто-то приближается. Где там? Вон, вон, это маленький еще. А вот этот уже посильнее, чем ты раскрутился. Прикольно, кстати, мне понравился вот серый спиннер. Ты видел, какой у него интересный цвет? И вот этот в белом тоже довольно-таки интересный. Давай смотреть, у кого прикольные спиннеры. Давай. Посмотрим. Ну, сейчас я немножко пособираю опыт. Вот он, смотри. Кстати, бриллиантик тоже мне нравится цвет. Правда, полностью прикольный? Голубой и с бриллиантом. Очень идет бриллиантик на этом свете. Как ты думаешь, это значит, что играет девочка, если бриллиантик? Не обязательно, почему? Пап, как ты думаешь?
Так, ты француза пытаешься ударить, да? Нет, я попала сама под большой спиннер. Ну что, ребята, ждем от вас ответов. Кто же все-таки победил? И я удачку не помню. Самый классный спиннер. Да. Пускай ребята рассудят, да, кто сегодня выиграл. Надеюсь, что вы уже подписались на наш канал, поставили лайк и обязательно напишите, как вам эта игра. И ответим на наши вопросы. Ушастики. Всем пока-пока, друзья. До новых встреч.